Все ради видео. В Тракторозаводском районе школьники воровали колпачки с колес машин. Это кадры с камер видеонаблюдения на улице Завалишина. На них видно, как двое юных сорванцов на скутере подъезжают к припаркованной легковушке. Затем один из них спешивается и скручивает ниппели с шин. Сделав свое дело, они удаляются прочь на двухколесном транспорте. Возможно, они сделали это для одной из популярных соцсетей. Там регулярно появляются видео с краденными колпачками. Воры выбирают красивые ниппели, чтобы похвастаться перед подписчиками. Сейчас малолетних воришек ищут. Также предстоит проверить, кому принадлежит скутер. Ведь в России на нем разрешено ездить лишь с 16 лет и с водительскими правами.